На-ка, вот так поснимай. Нас там много в лесу. Я обозначу, что какие-то подонки. На меня какие-то подонки. Вот это я. Значит, представитель внедорожного полиции серии российских внедорожных соревнований сборочных дешевле. Какие-то подонки взяли вот на такое вот чудо. Как сказать? Наложили, грубо говоря, и точка. Просто взяли и наложили. Вот пусть им будет стыдно. Это подонки, сволочи, негодяи, среди нас таким нет места. Эта видеозапись будет выложена на нашем канале «Сборы 4.4». И их, эту запись посмотрит достаточно огромное количество людей. Давайте не будем свинить. Будем ценить то, что у нас есть, а мы на самом деле великие, большая, достойное уважение. Нашего возвращения.
после того, как все эти, значит, освободимся от бездорожья, значит, проследуем туда, и там приготовим для всех, значит, ну, до 50 человек, говоря, питание организовано, культурное, то есть... Давайте хотим этого, чтобы приезжать в такие, грубо говоря, места красивые, заниматься жарить сосиски, сказать это не профессионалам. У нас есть внедорожные кафе, сборочные вещи, которые поедут в другое место. По крайней мере, на данный момент территория Московской области и обеспечить полностью питание общественное. Внедорожные соревнования очень массовые, спортивные и игрококаны. Поэтому наслаждайтесь природой. А кто менее подготовлен? А кто менее подготовлен, мы сейчас выясним. Да? Да? Нам, кстати, сбросили точки нахождения нашего лагеря. Мы должны будем к нему проследовать после, соответственно, мероприятия. Это те, кто поедет. А кто не поедет, могут проследовать. Не, я предлагаю здесь съемку. Все-таки, блин, надо не падать. Так, а. Надо было снимать полную хуйня. Какие-то мероприятия, движения, надо не бануть стаканы, и надо разъясниться, все нормально. Это мы вырежем. Это мы вырежем.